Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Oppo Reno 4Z. И сейчас я покажу вам, как добавлять фотографии к контакту на этом устройстве. Итак, вначале открываем приложение «Телефон» и открываем приложение «Контакт». Выбираем контакт, у которого мы хотим изменить аватарку. Затем нажимаем «Изменить контакт». Нажимаем на вот эту вот кнопочку и нажимаем «Удалить фото». После чего нажимаем опять сюда же. И нажимаем либо выбрать фото из галереи, либо же сфотографировать сейчас что-то новое. Итак, выбираем, к примеру, сфотографировать сейчас что-то новое. И, собственно, делаем снимок. Делаем снимок, например, цветочка. Сделали снимок цветочка. Ставим галочку. Выбираем обрезать фото через приложение галерея. Соглашаемся со всем, что нужно. Выбираем, какой участок фотографии будет использоваться для фотографии контакта. Нажимаем «Готово» и сохраняем. И вот мы изменили фотографию контакта. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.